премьера концерта спектакля «Это нужно не мертвым, это нужно живым», подготовленная детским театром ДМШ номер 2 «Солнечный лучик» под руководством Луизы Ермаковой, вызвала настоящую бурю эмоций у зрителей. В зале Дворца культуры имени Шевченко был аншлаг. В числе гостей – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда. Обстановку военной поры на сцене талантливо отобразили учащиеся старшей группы театра. Одетые в защитные гимнастерки, юноши и девушки с их максималистским настроем до слез напомнили ветеранам, сидящим в зале, о безвозвратно ушедшей юности, о любви и дружбе, которая в тяжелые годы была ценнее золота. В программе звучали известные, любимые всеми стихи и песни, исполнялись хореографические композиции. С первыми аккордами финальной песни «День Победы» зрители встали как один человек. На сцену к артистам поднялся городской голова Андрей Абрамченко. В зале появились младшие участники театра. Они дарили ветеранам незамысловатые букеты сирени, точно такие же, какими встречали их в освобожденных селениях в Победном мае. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер».